Вечерняя проверка. Вот это нас, так мы выглядим вечером. Пришлось проведать всех, посмотреть, все ли в порядке. Маша не выходила, легла в спячку. Сейчас еноты вот вылезли покушать. Сейчас я их покормлю. Дикобразы у нас тут сегодня набезобразничали. Ну, в вольере набедокурили, чуть стенку не прогрызли. Пришлось их запихнуть в клетку. Вот у нас тут гости ходят. Крысы и не крысы. И норки, и хорьки. Вот так выглядит у нас ночью. Филипп. Там Соха ужинает. Печку затопили. Ну, морозов больших не обещают, но у нас просто там внутри теплолюбивые животные. Ну, и кое-какие продукты питания требуют тепла. Вот она, Ярочка. Там мама с папой с вечером пришли. А, Ярочка, что тут у тебя такой тусовка была? Все следами истоптано, да? Да? Ты моя пусечка, ты моя девочка, да? Ты моя лапусечка.